Всем привет! Я здесь хочу показать цепь Абус, седьмой уровень защиты. Я что-то спростовал и понадеялся просто на нее, что ее как бы не перекусят болторезом или болтокусаками. Ну, в общем, думал, что она защитит от кражи мой велосипед. Оказалось, не так. Велик мой вот буквально 2 дня назад его украли. Как раз после соревнований. Были такие интересные МТБ-соревнования, 52 километра. Я сделал отдельный видеообзор. Если кому интересно, можете посмотреть. В общем, я хочу, может, кого-то предупредить, если кто-то купил цепь. Тестировать ее нереально, потому что она дорогая. Болтокусаками сразу ее убивать тоже как бы дороговато будет. Но так как уже цепь перекусана, я иду в магазин, где продаются всякого рода разные болторезы, и пробую ими кусать, начиная с самого большого. Легко, даже без упора на весу я перекусил. Очень легко перекусило. Я даже не облокотил его. Вот. 7-й степени защиты. Вот этой цепи как будто и не было. Просто таким карманом болторезом. Вот честно, знал бы такую информацию раньше, либо я дороже бы взял себе степень защиты от цепи, ну либо точно бы не цеплял вот так вот вне квартиры свой велик такой цепью. Я почему-то был уверен, что он не возьмет, что болторез его не возьмет. У меня не было возможности поэкспериментировать. Цепь-то стоит 2400, да? $100 почти. И как, я куплю цепь и буду ее пробовать? То есть так, выкину $100. Но может кому-то мой опыт пригодится, если вы надеетесь на цепь германскую, то есть это немцы, они хорошо делают, но вот я показываю еще раз. Я на весу резал этим болторезом. Для интереса я решил взять вообще карманный вот такой вот, такую манюньку. Вот это звено, которое тяпал с обратным побольше. Давайте проверим, как его возьмет ручной такой формат. Все. Вот. Ну, правда, я уперл его себе в живот, подсел. Но также можно подсесть и под велосипед, уперев его себе в живот. Так что не работает немецкое качество. Жалко велик. Это был мой последний Cannondale Topstone 7. С его топовой рамой. Теперь он катается где-то непонятно где. Но надеюсь, что мой опыт покажет и предохранит чей-то другой велосипед от подобных случаев. Вы можете поставить лайк или подписаться на канал. Может, я через 5 я смогу возместить себе эту утрату велосипедную из-за прокола вот такой вот неосведомленности, что цепь Абус 7 защиты не спасает даже от такого карманного болтореза.